еще. Такие объявления дают некоторые учебные заведения. Вот, например, Волгоградский энергетический техникум приглашает легкоатлетов, пловцов, баскетболистов и волейболистов. Приглашает пловцов, легкоатлетов, волейболистов, баскетболистов. Приглашает пловцов, легкоатлетов, волейболистов, баскетболистов. Приглашает баскетболистов, лыжников, пловцов, биатлонистов. Приглашает в спортивные секции легкой атлетики, лыжного спорта. Приглашает в группы по боксу, биатлону и лыжам. Но самое удивительное, что такие объявления дает уважаемые редакции нашей популярной газеты «Советский спорт». Ю-редакция! Погоди!